Ой, вот это красота, вот это красота. И правитель с дочь космоса. Давай, до свидания. Я сделал это. Я сделал это, я убил ее. Чаша великого Исза. Хорошо. Получилось круто, действительно. Против нее была довольно легкая тактика. Поначалу нужно держаться близко, потом стрелять ей в пасть, в эту ее. Метательными ножами, отравленными метательными ножами, чем хотите. Может быть, даже с пистолета получится, но насчет пистолета я не очень уверен. В общем, я завалил ее, это реально круто. Серия начинается, приятного вам просмотра, дамы и господа. Итак, друзья, всем привет. Как вы видели в эпилоге, мы только что убили босса. Давайте осмотримся, если здесь у нас что-нибудь или нет. Ну и, естественно, мы продолжаем проходить Bloodborne. Тут лежит... голова этого монстра, что ли? Ничего не делать. Ага. Это, наверное, какой-то ковенант. С маленький джентльмен. Ага, обращайся аккуратно. Скорее всего, сюда можно будет что-нибудь принести. Да, пока ничего сделать не могу. Хорошо. Возможно, какой-нибудь... ну, действительно, скорее всего, это какой-нибудь скрытый ковенант. Хорошо. И я, кстати, не заметил, когда бежал к боссу во время попыток предыдущих, где мы вообще деремся. Сейчас я вам покажу, где мы дрались все это время. И, ну, типа, действительно прикольно. Локация многогранная, это очень хорошо. То есть мы сейчас как бы находились в том самом соборе, где мы с вами убивали викария Эмелию. Вот он, этот собор. Вот внизу стоит фонарь. И вот этот самый алтарь, на котором лежит черепушка. Это, по-моему, супер шикарно. Я когда внизу дрался, я никогда... ну, как бы я смотрел наверх, но я не видел там никакого продолжения локации. А оно здесь, оказывается, есть. И, в общем-то, единственное, ну, для чего я сюда сейчас бегал, чтобы вам это показать, где мы на самом деле находимся. А теперь мне нужно возвращаться обратно.
в сон охотника. Я закуплю, наверное, метательные ножи мне уже вряд ли понадобятся, а вот баночек здоровья, например, я бы купил вместе с пулями, потому что я их потратил довольно много. Ну что ж, я Аргул, духовная деревня. Нам нужно двигаться дальше. Мы здесь парочку серий назад убили босса. И это, я так понимаю, наш основной сюжетный путь, куда мы должны продвигаться. Я думаю, впереди будет интересно. Учитывая то, какое огромное это здание. И кто это тут сидит? Это ведь не босс. Скажите, пожалуйста, что это не босс. Это как-то в последнее время многовато боссов. Он, кстати, живой, по-моему, нет? Не-а. Это мумия. И мумия меня куда-то забирает. Bloodborne? Круто. Стоп. Я снова оказался здесь. Я же здесь был. Ага, но я оказался на верхнем уровне. Хорошо. На меня никто сверху не упадет. В прошлый раз просто там наверху была подстава. А он и сейчас там сидит. Давай, прыгай. Так, их здесь, в принципе, хотя нет, вон по двое стоят. Могут быть проблемы. Ну, блин, почему я не дотягиваюсь? Мне постоянно кажется, что моя катана слишком длинная, и я смогу дотянуться до кого угодно. Но это не так. А вот я оказался над аудиторией, в которой я бегал. Я еще видел тогда этого парня наверху, говорил, вон он тут стоит. Классно, классно. Давай, хочешь подраться? Я с тобой подерусь. Какой же ты мерзкий, а. О, в этот раз дотянулся. Здесь какая-то записка. Мастер Вильям был прав. Эволюция без отваги станет погибелью нашей расы. Здесь все завязано вокруг этого мастера Вильяма. Надо наверх постоянно посматривать. А ты откуда здесь вообще взялся? Не было же никого сзади. Как он? А он, наверное, где-то тоже там на крыше сидел. Зря я тут вышел, да? Ну так. Ой, ты что такое? Почему у него руки в огне? Жесть какая-то. Еще одна записка. Безымянное присутствие Луны, призванное Лоуренсом и его соратниками. Бледная кровь. Три трети пуповины. Во, нам намек на три трети пуповины. Но у меня пока что только одна. Давайте я в него попробую кинуть. Ну, в эту дверь я, естественно, попозже зайду. Потому что мне кажется, что она нас переводит в какую-то другую локацию. Давайте попробуем его отравить. Воу! Ой, я ему так мало сношу, на самом деле. Как ты меня задел, даже когда я откувыркнулся? Thank you.
Спокойно. Умри. 4000 за него дают. Круто. И два одинаковых осколка кровика. Но это немножко не то, мне нужен... А, как он там называется? Прям даже не осколок, а кусок кровавика вроде как. Для того, чтобы катану прокачать. Итак, у нас есть спуск вниз, и у нас есть проход в дверь. Дверь, скорее всего, откроет какую-то новую большую локацию. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Оттуда вон сверху парень на меня прыгал всегда, когда я тут ходил. Или нет, или откуда он прыгал? Я даже не помню. Сначала надо в любом случае все залы обойти. О, сундук. И даже он не мимик. Причищение. Ну-ка. О. Увеличит максимальный объем пузырька крови. Плюс 2, плюс 3. Вот на мне плюс 4 стоит, значит это чуть хуже. Так что толку мне от этой руны никакого. И их, между прочим, можно комбинировать, то есть одеть, например, 3 руны, которые будут прибавлять 1 плюс 2, другая плюс 3 и третья плюс 4. И в итоге можно 29 баночек с собой носить. Так, надо этих убить, там секретка есть. Хотелось бы ее взять. Это чем ты льешь на меня? Плохая идея, приятель. Кусок кровавика, да, то что нужно. Я свою катанку прокачаю еще сильнее. Два куска надо. Так, ну все, вроде бы тут больше нечего делать. Локацию я исследовал, верхнюю часть ее. Теперь посмотрим, куда нас выведет эта дверь. Может быть, даже в ту локацию, где мы уже были и убивали босса, только на какой-нибудь верхний уровень. Опаньки, мы в кошмаре Менсиса. Кто такой Ментис? Возможно, это босс этой локации. Хорошо. Я, кстати, уже и осколков довольно неплохо. Женщина-звонарь. Круто. А так как локация новая, я вообще без понятия, где она здесь находится. А спешить как-то не очень хочется. Ладно, если к нам придет фантом, мы с ним подеремся. Опять детский плач. Опять эти враги с фонарями. Тут надо ожидать подстав, что с верхотуры может кто-нибудь прыгнуть. Никого там нет наверху. О, опять эти черви чертовы. Или кто они там? Ну, технически они, по-моему, типа не черви, а какие-то эти пиявки, что ли, огромные. А, это ящерка. Я думал, ко мне этот бежит, собака. Ящерку, я думаю, я успею убить. Лишь бы она не упала! И я за ней! Нет! Шикарная смерть. Я все-таки добрался до своего приза. Еще 3 куска крови. Все, я могу катану, короче, прокачать. Я реально могу прокачать катану. Но я прокачаю чуть позже. Что? Сердце забилось сильнее. О-о-о. А там что-то происходит. Вот фонарик. Хорошо. Давайте тогда я вернусь, прокачаю себе катанку.
А потом мы пойдем в этой ужасной страшной локации. По-моему, у меня достаточно камушков. Учитывая, что я аж 3 куска новых поднял. И тогда моя катанка будет еще круче. Да, могу прокачать на плюс 7. Итак, было 155 урона, стало 164. Оу, oh, е. Yeah. Теперь надо 7 кусков найти. Эвелиной, к сожалению, пользоваться не могу. А жалко. Так, куда? Старый запущен. Мне кажется, что вот здесь должна открыться локация, да, кошмар Мэнсиса. Итак, в общем, у меня появилась новая информация от зрителей, за что им большое спасибо, что там внизу я мог... Да, ножи меня бьют. Там внизу я мог спуститься в... по лесенке за этим гигантом, по которой не стал спускаться. И мог поговорить с NPC. Вроде как за ту самую дверь я бы попал, где паук был. Так что сейчас бегом туда, посмотрим. Опять эти дети кричат. А могу ли я, кстати, вообще сюда вернуться-то? То есть, по-моему, мне даже тут нигде ничего не нажать, да? Да, супер. Ну что, вот тот самый спуск. Давай, ты сюда подойдешь, а я спущусь по лестнице. Нет? Ты хочешь разрушить все здесь, да? Ломать не строить. А вот и паук, который меня предательски скинул. Он ведь не прыгнет сюда. Мне дали душу или что? Нет, не знаю. Привет, паук. Да, конечно. Lord Amidala? Oh, how did this come to pass? Молить о пощаде? Вот ты сейчас будешь меня молить о пощаде. Ты че меня скинул тогда? Now wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Разумеется, обида сильна. Oh, it pains me to hear it. You've made yourself a misreckoning. Конечно, ты меня скинул в яму и... Ага. Now, you're witness to a miracle, and all the stronger for it. It's plain as a pike staff. Ах ты, паучара. You were as a lamb to my god. Well, you weren't to know, and it wasn't for you to know. All's well that ends well, I say. Ты бесишь. Че, вся? No matter. Such details are trifling. Let this express what words cannot. Метаморфоз против часовой стрелки. Not, sweet compeer. What is friendship but a chance encounter? Ah, well met. My apologies. But I feel a profound thought occurring on the good grace of a certain god and the way he meted out his love. И? Ah. Понятно, все дело повторяется. Теперь я открою себе шорткат. И надо зажечь фонарь там наверху. Видимо, в той локации, прям куда меня переместили, как и внизу было. Вы просите меня убить, я не буду его убивать. Зачем мне его убивать? Паучок, паучок. Дал мне руну. Посмотрим, кстати, что за руна такая. Мазилы. Как и я, в принципе. Отлично. Все, теперь, да в принципе я и так снова могу пешком дойти до двери. И пойдем исследовать тот замок, из которого какой-то свет на меня идет, и из-за этого я получаю дамаг. Ну то есть не дамаг, а опять же безумие. В принципе, надо будет еще закинуть себе этих таблеток. Антидепрессантов местных.
Ну что, пора идти вперед. Я так понимаю, от укрытия к укрытию лучше бежать. Чтобы меня безумие не заканало. Потому что там, наверху этой башни, кто-то за мной следит. А он не только меня бьет, он еще и врагов валит, да? Точно, только им какой-то маленький урон получается. Воу, спокойно, парень. Мы с тобой в одной лодке, нас пытается кто-то убить. Но ты хочешь меня убить. Еще один жив. Катанка-то их хорошо разрубает на части. Так, хорошо. Если что, я уже говорил, я приготовил успокоительное. Так, теперь я спрятался. Воу! Вот это вот, что мне не нравится в Bloodborne. То, что враги эксплойтят локацию, они просто сквозь нее бьют. Типа, ну вот ахэл вообще. Ага, долго я ждал, короче. Воу! Да нет, нет, я же не могу умереть здесь. Я застрял. Идеальная игра. Я просто застрял в камнях. Итак, после того, как меня враг убил из-за того, что я тупо застрял в камнях, я думаю, правила игры должны поменяться немного. Откуда, кстати, черви пришли? Посмотрите, он опять это делает. А вот и черви появились сразу. Я вас ненавижу, знаете это. Так, хорошо. Теперь надо со вторым справиться. Тихо, тихо, тихо. Я молотов вроде как на врага приготовил. Смотри, увернулся, гад. Ты посмотри, он уворачивается от молотова. И, а, из него черви выскакивают. Вот в чем дело. Шикарный враг. Из которого выскакивают черви, когда он умрет. Это точно иглисты. Теперь это просто ясно как день. Так, здесь куда-то можно идти. Вопрос, куда? Крутая локация, реально. Просто меня начинают видеть. Спокойно. А безумие-то, кстати, набирается, между прочим. Нужно ли мне сюда? Что они там делают? Ой, они сильные. Не-не-не-не-не-не-не. Этот лут того не стоит, реально. Отходи, 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 отходи. А пусть их тоже урон бьет, а? Во, один там вообще реально при смерти. А этот живет. Все, один помер. Тихо. Главное не укатиться вниз случайно. Получай. Не, все-таки я тогда возьму лут. Глаз. А у меня все равно безумие набирается. Надо быстро смотреть, что такое глаз. Совершает дополнительное открытие. Больше предметов отпавших. Не очень интересно. Пусть меня дамажит, но я лучше бы сделал бэкстеп. Серьезно, я отправлю его просто в космос.
Итак, Jack Shepherd Airlines к вашим услугам. Чё это? Устройство не работает. Фонарик. Забавно. А, возможно, это шорткат. Лучше выбор перекат. Не, а. И это устройство не работает. Значит, мне сюда много позже нужно прийти. Основная моя дорога, значит, налево. Хорошо. Только хотел сказать, почему это, когда я иду назад, он по мне не пуляет. Пуляет. Давай, 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 давай. Воу-воу-воу. Сильноват он меня. Сильновато. Мне еще целый мост нужно пройти. Но там хотя бы все за горой будет скрыто. Успею свободно подышать чуть-чуть. Слышал, да, меня, да. Опять черви. Давай, мочи их. Ну не машь, ну. Не, ну в какой игре еще такое есть, да? Вы убиваете врага, из него выскакивают его глисты и бьют вас. 10 из 10, мне кажется. А он меня будет сейчас камни кидать, если увидит. А я уверен, что он меня увидит. Так, может, тут как-то можно его обойти? Берегись, безумца, бойся титана. Угу. Может, слева как-нибудь? Какой-то он слепой. Мне же лучше. Еще двое. И двери. Смогу ли я их открыть? Один, наверное, на меня побежит, а второй будет кидать камни, да? Подстава. Нет, я тут не защищен, очень не защищен. В друга своего кидай. И че, он ко мне не пойдет, да? Не, он будет там стоять. Ты посмотри. Тогда сделаем по-другому. Зря я три кинул, он с первого отравился. Давай, ты будешь медленно умирать. И никто тебя не спасет. Хотя, наверное, мне кажется, он будет очень, очень-очень медленно умирать. Но что-то как-то реально очень медленно. Тогда этих, что ли, надо отравить быстренько? Воу! Тихо, Ребзи, тихо, спокойно. Если бы не ваш друг ко мне метатель. Ой-ой-ой-ой. Два камня плюс монстр меня бил, да. Теперь у меня есть молотов, чтобы с ними бороться. Я думаю, что... Можно, по идее, просто пробежать. То есть, ну, таких титанов я уже бил. Главное, чтобы оборотни за мной не особо увязались. А если увязаться, чтобы я успел от них убежать. Сейчас выносливости подкопим немножко. Все, и рванули. Вон у него мои отголоски.
Хотя убил меня, по-моему, вообще один из этих. Сейчас он прыгнет, да? Нет, не прыгает. Ты посмотри, что делает. Сейчас камень прилетит. Камень прилетит! А чё тут столько смертей? Зайти не можешь, да? Какая жалость. Так. О, пауки! Я только сейчас заметил. То есть я видел, что тут какие-то штуки эти, но... Время для насекомых. Мамин ёжик, они мерзкие такие. Офигеть, офигеть. А на этого можно зацепиться центрального? На центрального хочу и молотов в него кинуть. Или может большой не спрыгнет? Если чё, побегу направо или назад. Ё-моё. Куда ты кидаешь? Куда ты кидаешь? Господи, отпрыгни. Спокойно. Тут буду принимать гадов. Отходи, отходи, отходи. Ну что, сдохли твои дети? Подожди, у меня был сосуд с маслом. И молотов сразу. Вот так вот. Держи. Хотя ядовитого паука ядом убить. Это я, конечно, молодец. Благодарю за бой. Ну хотя, а нет, еще два висят. Блин. Она где-то выше меня. В колокольчик свой тренькает. Наверху нет никого. Ну вот один висит. Вот она. Все. Больше ты в свой колокол не позвонишь. Никогда. До моей следующей смерти, конечно. Так, блин, локация реально огромная. Может быть, фонарь? А, я так-то, в принципе, почти с удара, но и они очень много сносят. В этом проблема. Маленькая, конечно же. Там какой-то... Ништяк лежит. Сейчас пойдем. В любом случае, мне кажется, она направо дальше. Еще пауки, да. Круто, я промазал. Вот это вот они могут сделать. То есть начать спавнить своими атаками. Насекомым нет вам пощады. Или нет тебе пощады в смысле игроку. О, здравый смысл. Что, дверь? Скрыта? Нет. У меня вот никаких проблем, например, с пауками. Ну, в смысле, что в играх они, конечно, мерзкие и бесят. Но, например, все очень сильно всегда боялись пауков, а я в каком-то из классов реферат вообще по ним сделал. Не знаю, рассказывал он или нет. Костяной клинок шамана, это хорошо. Так, это какой-то... Это охотник? Или кто это? По-моему, это... Простой деревенщина какой-то, а за ним стоит охотник. Чё-то, мне кажется, тут что-то будет не так. Ну их двое, я вижу одного за другим. Лучший выбор — огнестрельное оружие, хорошо. Или
В смысле репоста огнестрельного оружия. Да, ребенок плачет. Кто-то, кто был вторым, он ушел, а этот парень с огнеметом. Ну что ж, давайте. Ну я ж нажал! О, у него еще и клешня есть, хорошо. Он нравится, нет? По-моему, нет. Какой-то безумный ученый. А его перс чем-то на моего похож, кстати говоря. И он мертв, нет? Нет. Слишком рано я радуюсь. Спасибо за бой. Успокоительное только выпало. Там еще кто-то был. Вопрос, кто? О, как красиво, вы посмотрите. Praise the moon, получается, да? У меня, кстати, какое-то новое действие появилось. Я, наверное, вместо вот этого вот стаб сделал его. Уважение было, одобрение было, триумф был. О, молить о пощаде было. Нет, луна, не убивай. Не надо. Хорошо. А интересно, если так к врагу кому-нибудь подойти, он перестанет меня бить, или к боссу, например. Кого я убил, интересно мне узнать. Кто же это был? Луна волшебная, ага. Чё? А, понял. Я думал, кто-то сзади появился. Я думаю, что я теперь этой штукой буду бить, только потому, что у нее есть огонь. А огонь паукам очень как нравится. Кто это? Это ведь не те, у которых из головы змеи. Вроде не похоже на них. Так, смотрим, чтобы сверху никто на меня не выпал. И кто-то пришпилил всех паучков маленьких. Каким-то подобием дротиков, что ли. Ой, сколько их там ходит. Что-то мне кажется, что если я нападу на одного, согрутся все, а толпой они меня запинают. Почему-то у меня такое чувство. Потому что я абсолютно без понятия вообще, какие у них атаки. И что ты будешь делать? Хорошо. О, это что, шорткат? Это тот самый шорткат, по-моему. Да? Я прав? Если это шорткат, то это очень классно. Да, это он. Давайте я вернусь, закуплю всякие штуки, потом мы снова пойдем их всех бить. Сейчас мы, в общем, закупимся, например, огненной бумагой, хотя мне вряд ли намного ее хватит. Я бы вообще купил бы все-таки побольше этих отравленных ножей, они реально неплохо действуют. И на огненную бумагу на одну хватило, вот так вот. И серию на этом закончим, продолжим исследовать этот мир, эту локацию в следующей серии. Большое вам спасибо за просмотр. С вами был Джек Шепард. Счастливо.